вернуться назад в прошлую сторону тысячи раз. Я сделаю это ради нее. Я спасу тебя, Мадока! А следующий у нас Грин Ракунс, Фэндом, Мадока Магика, Мадока Канами, Хамура Акеми, Мами Тамоя, Саяка Мики и Кёко Сакура. Ваши аплодисменты! Не стой столбом! Да что с тобой такое? Сейчас шантаж. Мне нужно застрелиться. Ты что, с ума сошла? Он же настоящий. Ты совсем? Мы же столько готовились. Это же было наше первое дефиле, а ты всех подвела. Что случилось, Мадока? Я... Да отстань ты уже. Мы столько денег вбухали в костюмы ради этих 40 секунд на сцене. А ты все запорола. Не трогай меня. Так ты и правда не знаешь, что происходит. Так это твоих рук дело. Где я? Что ты сделал с девочками? Что я сделал? Что ты сделала? Твои перемещения во времени имеют последствия, и тебе лучше бы разобраться с ними как можно скорее. Так ты все знаешь! Рассказывай! Быстро! Больная! Ты зачем его порвала? Он стоил бешеных денег! Да я доставку платную на Алике оформляла, чтобы он к месту успел! Она что, сейчас с игрушкой разговаривала? Совсем крыша поехала уже. Девочки, в конце концов, что не так? Маме, ну хоть ты скажи мне. Я к этому выступлению столько готовился. Ноги первый раз в жизни побрил. Я вот по макияжу смотрел. Даже ноготочки сделал. Да ладно, не расстраивайся. Тебе даже идет. Ага, и куда я с этим пойду? На Патреон? Да был бы чем. Хватит? Мадока? Хамура. Я... Ты все вспомнила? Да. Я вспомнила, сколько стоит этот пистолет. Мадока, осторожно, он же настоящий. Ага, конечно. А я тогда настоящая волшебница. Я не шучу. Я тоже. Смотри. Эй, Саяка, лови. Ты убила ее. Щит наконец в порядке, а то я боялся, что до конца дня останусь плюшевой игрушкой. Щит? Так значит, вот в чем дело. Наверное, я повредила его в одной из битв, поэтому оказалась здесь. Но все-таки, что с этим миром? Даже девочки совсем не похожи на тех, которых я знала все это время. Неужели ты думала, что все миры похожи на наш? Там, куда тебе удалось заглянуть сейчас, магии нет совсем. И поэтому люди творят ее сами, создают удивительные костюмы своими руками, позволяют людям стать частью чего-то невероятного и прекрасного. Так вот в чем дело. В любом случае, мне здесь не место. Меня ждет настоящая Мадока. Я обязательно вернусь. Люди, как люди, а я